Всем привет, господа, с вами мистер Чейзер, вы смотрите мой жесплей канал, и я продолжаю проходить игрушку под названием Warhammer 40 000, Рассвет войны 2 или Dawn of War 2, кому как удобнее. Дополнение под названием Chaos Rising, ну, вы и так все знаете. Погнали, у нас тут доп. Миссия. Хвала Терри, вы пришли. Еретики Вандии и Черный Легион заполнили сам столичный шпиль. Мы все еще удерживаем Императорский дворец, но весь остальной шпиль в их руках. Я лучше умру, чем отдам дворец этим перебежчикам. Без вашей помощи, кровавые вороны, это произойдет довольно быстро. Как это вообще произошло, алло? Ключевым победам мы обязаны вам, командор. Но были и сотни других битв. 85-й Виндоланский и другие мои войска понесли тяжелые потери. У Черного же Легиона ни безумцы, ни демоны никогда не кончались. Союзные войска стекаются к столичному шпилю, но они не подоспеют туда вовремя. Ясно, все с вами, все понятно. Ключ к победе, мощная линия обороны. В вашем распоряжении два отряда имперских штурмовиков. А, это типа лучшая защита, которую вы могли мне предложить? Не-не-не-не-не. Серьезно, что ли? Надо, блин. На самом деле, можно сейчас вместо древнего, да, взять полный укомплектованный отряд терминаторов. Это, мне кажется, будет лучший, мать вашу, за ногу вариант. Так, турельки. Что еще можем с собой взять? Давайте подумаем. Перчатки нет, то штурмовое орудие это есть. Это хорошо, циклон есть, с которого можно пожарить. Далее, уровень брони нет. Вот можно сигнум взять. Как вариант. Или благословение стойкости. Я не знаю даже, тут на самом деле много всяких прикольных штук есть. Но ими надо очень разумно пользоваться. Станция связи, при наличии станции связи. Давай, будем огонь с небес обрушивать на противников. Так, там, надеюсь, у нас будет возможность очиститься, замолить наши грехи. Очень на это надеюсь. Так, Розарий есть у него. Благословение стойкости, он на всех вроде, да? Все отряды неуязвимы, да, есть такая тема. Так, ну это я потом уже сделаю, потому что мы пока что на пятерку заражены. Я надеюсь, что мы очистимся, ну так, очень быстро. Вот Командор, например, очень быстро чистится на целых 2 единицы. Ты на 1. Нет, Командор что-то очень быстро, я даже не знаю почему. Ладно, так, артобстрел. Ну, мэ. Маяк посадочного модуля, мэ. Хилки те самые полезные, да? Ой, стоп. Хилки это самое полезное. Так, вечная аура примархов. Мэ. Глупость Изодора. Мэ. Такая броня, что просто мэ хочется сделать. Так, обшивка дредноута. Мэ. Что ж такая фигня какая-то выпадает? Так, Цирус, тут для тебя броня, говорят, хорошая подъехала. Да, у тебя там вообще хер знает, какого уровня броня. Позорно с такой бегать. Так, 30 уровня обычная ракета-установка, болтеры. Ну, не знаю, давай так. Подкачаем еще Фадея, кстати, это пригодится на самом-то деле. Вот, например, для этого. Хорошо, потом надо будет для ближнего урона его бить. Поехали. Дадут броньку еще какую-то. Но не думаю, что она нам прям так пригодится, ибо мы сейчас уже все в терминаторском обличии. Ладно, 11-й день, защита столицы. Выбирайте цели с умом. Враги, как и ваши отряды, вооружены разным оружием. Когда защищаете резиденцию губернатора, изучите противника и быстро уничтожьте тех врагов, которые обстреливают дворец из тяжелого оружия. Значки над отрядами помогут вам определить, как именно вооружен тот или иной отряд. Ищите символы гранат, ракеты тяжелого вооружения. Я знаю. Игра. Ты чё? Не первый день на службе. В данной игре. Там гвардейцы, вижу, уже по полной веселятся. Эта карта, кстати, со второй части. Вот один в один. Даже не попытались перерисовать. Внимание. Сейчас я вот так вот разверну, и вот так вот карта с первой, ну, с оригинальной второй части. Вороны. Ангелы смерти императора сражаются вместе с нами. Выгнать предателей из ворот дворца. Серьезно, это все, кто тут есть? Это все, кто тут есть? Это не шутка? Ладно, поехали, парни. Просто поехали. Так, со мной, братья, вперед. Вы, кстати, к счастью, укрытие не ломаете. Раньше вы это делали, я помню. С очень хорошим таким рвением. Так, у кого там эти? Готово.
Турельки, вот, давай. Отряд уничтожен. О, понеслась, ребят. Минус ФПС. Тут одни еретики, правда, но ничего. Думаю, с ними разберемся. Ярость ордена врубим там. Капец их тут, охренеть. Давай туда это, циклоном. У меня игра по ФПС уж проседает. Маячок надо, кстати, захватить. Наш гнев вновь нашел свою... Просто игра по ФПС, смотрите, как проседает, охренеть. Пошли дальше. Какие будут приказы? Так, давай еще сделаем. Веселые дела. Минус ФПС. Ауе. Готово. Пошли дальше. Игра просто провисает капитально. У вас новые трупы на поле. Так, огнем там прижимают. Давай еще туда вот артобстрел заделаем. Ой, там свои были, да? Ну, ключевое слово были. Ключевое слово были. Тут еще здание противники, тут еще... О, кстати, вот эти вот хрени неплохо было бы захватить. Но не думаю, что они нам прям так пригодятся. Так, ребят, что происходит? Месите их всех. Молотком просто по голове, блин. Дворец безопасности благодаря кровавым воронам, командор. Черный легион так просто не сдается, губернатор. Готовьтесь к ответной атаке. Командор, несколько турелей Тарантул готовы к установке. Ну, такое, такое. Что это, щит ненависти? Мы под обстрелом! О, гвардейцев дали. Ну, спасибо. Враг атакует нашу турель. То, что, мать его, как говорится, надо. Командор, давай туда. Так, парни, назад. Будете залетать. Так, дайте мне нормальную камеру, а? Мне вот так вот лучше нравится. Когда она так, знаете, как по диагонали, что ли. Дворец губернатора уже почти вынесли. Ну, они хотя бы стреляют этими лазерными... Как они называются. Ну, вы поняли. Короче, давайте вы сюда. Отряды гвардии. Так, турельки надо сюда ставить. Терминатор уничтожен уже? Что за бред? За мной, братья! В смысле? А ты что тут делаешь? Я не понял. Какого хрена ты сюда припер? Пошли дальше. О, КД хаоса приперли. Огонь, братья. Так. Давайте-ка сюда еще турельку. Командор пусть тут сидит. Противник уничтожает ключевую. Хотя как это так? Давай сюда, командор, в кучу. Давай, 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 месим их всех. Так, установили турель. Давай назад. Еще сюда турельку поставим. Больше турелей. Богу турелей, блин. Так, командор превозмогает. Это хорошо. Щит ненависти. Обращение к неопознанным силам отражает весь урон по вырванному союзнику на атакующего. Каждое использование заражает порчей. Не-не-не-не-не. Пожалуй, нет. Обойдемся без этой херни. Так, вот этих вот уж бухов надо мочить. Давай. Враг по-прежнему удерживает станцию связи и имперский храм под площадью. Вот то, о чем я и говорил. Их можно отбить, если ударить неожиданно, командор. Ну это мы умеем. Тарантул под огнем противника. Неожиданно мы умеем. Дай только мне камеру нормальную. Готово. Пошли дальше. Неожиданно мы атаковать умеем. Вперед. Ну ладно, вы останьтесь. Два отряда пусть туда идет. Далее, Авитус. Давай, у нас тут штурмовое орудие как-никак. Захватим все это дело. Штурмовые десантники. В принципе, мы можем. У нас тут терминаторы как-никак, они, думаю, затащат. Хотя, если тут будут какие-то оскверненные дредноуты, я немного не уверен в своих силах. Так, тем более Таркус не умеет телепортироваться. Вот это неприятная тема. Ну ладно. Пусть это будет самая большая наша проблема. Нечувствительность к боли. Провокацию зафигарим. Парни, вы тут месите. Надеюсь, у вас получится. Там еще хилки у командора есть. Что за жопа? Какого хрена вы туда идете? Алло. Я вообще не понимаю этого прикола. Да.
Тупо не понимаю. Иди захватывать. Командор тут затащит. Просто жопа творится какая-то. Вы куда поперли? Почему у них нет приказа стоять на месте? Че они так тупят? Я не знаю, что они настолько тупые. Противник уничтожает ключевой. Так, командор затащил. Боеприпасы. Запасы снаряжения. Назад, быстро. Рыбкой метнулся туда. Сюда. Готово. Так, то же самое. Дальше. Он, кровавая техно-броня. Мы с новобранцами удержим эту область. Ваши силы нужны в другом месте. Красава, удерживай. Потому что тут жопа какая-то происходит. Донесите вы их, они тут дворец губернатора валят, а вы тут стоите, ничего не делаете. Вы что, издеваетесь? Готово. Пошли дальше. То на Авитусу по голове дали, непонятно почему и как. Я вообще не понимаю, как это происходит. Тут одного, блин, какого-то хаосита убить не могут. Вновь нашел свою цель. Какие будут приказы? Так, поехали. Ясно. Вниз поехали теперь. Надо было сразу сюда прийти, так мы быстрее бы это сделали, захватили, а потом сюда уже шли бы к дворцу губернатора. Ну ладно, немного времени потерял. Так, тут у нас вроде Сирус с парочкой гвардейцев, думаю, сдержит все это дело. Так, назад. Авитус атакует. Огонь! Новые трупы на поле боя. Туда давай. По нашим позициям ведется плотный огонь. Наши укрепления атакованы. Так, командор, давай чуть-чуть поближе ко всем этим событиям. Вперед. Штурмовые десантники готовы действовать. Должны затащить. Сейчас сделаем все как надо. И будет нормально. Ой-ой, минус ФПС, как я и говорил. Так, не знаю, тащите, ребят. Ну, кстати, еще можно турельки поставить. Я бы этим воспользовался. Я слушаю. О-о-о! Здорово! Просто здорово! Вы видите, кто тут стоит вообще, а? Или нет? Называется здорово. Так, Фади, захватывай. Коммодор назад. А вот и те, о ком я говорил. Здорово, дредноуты хаоса. Противник уничтожает ключевое строение. 73. Блин, еще один. Твою налево, а. Нахожусь под обстрелом. Да я заметил. Не думаю, что, конечно, гвардейцам подойдет эта фича с нечувствительностью к боли, но, блин. О, ну что за хрень? Какие-то культисты убивают терминаторов. Вот как это вообще возможно? Враг готовится к ответной атаке на дворец. Вступитесь за императора и прогоните их. Да, 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 слышали. Командор, без вашей помощи дворец не продержится. О, твою налево! Убейте всех! Опустите оружие. Артобстрел туда, дай, пожалуйста. Это место не займет никто, пока я здесь. Помогите. Ага, хорошо, пришел. Она ценный союзник. Сейчас, сейчас тут. Не можем. Командир. Я не могу, к сожалению. Тут такая жопа происходит, что, если честно, желание губительным силам обратиться все больше. Противник захватывает одну из наших стратегических точек. Вы что, охренели? Ну вы охренели? Никто не пройдет, никто ничего не возьмет. Да, 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 да. Готово. Пошли дальше. Так, хил всем. Просто огонь. Убить их всех. Гвардейцев месяц с саными тряпками. Так, стой тут. Циклон туда дай. У нас хилки закончились, это неприятная тема. Но жесть тут творится несусветная. Тактическое продвижение, огонь на себя. Командору нечувствительность к боли. Телепорт сюда, добить оскверненный дредноут. Вы будете отбивать? Красавы. Хоть что-то вы, блин, полезное делаете здесь. Тяжелая техника. О, урок отступников, то что надо, блин. Так, отойдем на время. Командор, сержант Таркус пал в бою. Его нужно оживить. Я заметил, что сержант пал в бою. Что я могу сделать? У меня хилки закончились. Враг атакует нашу турель. Сейчас Таркуса отхилим. Противник захват.
захватывает одну из наших стратегических точек. Да блин, они бесят вот этим отбрасыванием своим дебильным. Так бесят, ужас. Братья, наступаем на врага. 50% осталось, капец. Командор, хили этого жмыха. Там два гребаных танка, я в шоке. Если это вообще как-то можно описать. Таркус готов. Они ведут огонь. Таркус, кстати, ненадолго у нас здесь. Очень ненадолго. Можем слиться, в принципе. Но не сегодня. Так, вот этот ящик сломайте, пожалуйста. Там может быть хилка будет. Нет, жаль. Так, нечислительность к боли. Таркуса убивает вообще просто по КД. Боль несусветная. Цель творится. Ну, вроде затащили. Спасибо, кровавые вороны. Это было больно. Вот и снова вы спасли Меридиан. Дроза, это было очень больно. Ты даже не представляешь, насколько. Какие-то культисты терминаторов убивали. Как это вообще происходит? Как? Пусть как? Враги дрожат. Сегодня победа досталась нам. Ну ладно, вроде все выполнили, все задачи. Получили железную клетку, до хера скверненных пушек. Че это нам тут не защит... А, во. Да, скверненную кровавую техноброню Эфраима получили. Классный молоток. Вот это командору отлично бы. Че еще? Ну и броню, да. Не, значит, это была не оскверненная пушка. Я уже подумал, скверненная выпала. Думаю, блин, что-то как-то везде сквернение какое-то. Сколько можно? Че скажешь? Командор, я навек перед вами в долгу. Не могу понять, почему капитаны Ангелос и Диамет отказались нам помочь. Но вы помогли нам в самую тяжелую минуту, в борьбе с самым грозным врагом. Меридиан этого никогда не забудет. И я лично не забуду. А вот, кажись, мы и очистились. Так, плюс 4 порчи. Это сразу можно выкинуть. А вот эту броньку можно оставить, она прям крутая. Так, священная клетка. Так, а что тебе? О, залпы, да, я помню. Офигенные залпы. Чтобы наши ракеты Циклон не тратились на все это дело. Чтобы это было круто. Так, мы чисты в глазах Императора на самом-то деле. Стрелковый урон. Восстановление урон в рукопашной? Ну, плюс 20 к стрелковому урону, это вот веселее. Пожалуй, возьмем. Так, командор там тоже должен был очиститься. Он вообще... А, не, почти на фул очистился. Ну, ничего, еще вот эта вот печать его почистит. Будет вообще классно. Можно, кстати, его переорудовать в более крутого парня. Вот, например, я имею в виду вот за это. За вот эту вот офигенную броню. И за вот этот молоток. Великое благословение фанатизма. С каждым убитым противником максимальное здоровье командора возрастает. Классная тема. Офигительный урон. Неплохая броня. Точность героя всех находящихся рядом союзников. Сопротивление подавлению 100%. То есть ему вообще насрать будет на все дело. Очищение анафема. Цепной меч. Ну, на самом деле, это все такое посредственное. Можно даже попродавать. 18, 15 уровень. Вот зачем нам это? Это все барахло можно попродавать. Полтер 8 уровня. Здорово. Что ты тут делаешь? 13 уровня. Это все тупо продавать. Он нам омраченный болтер. Откуда он у нас, кстати? Для двух рук. Не-не-не, давай иди. Я не понял. Что, забагало что ли? А ну, давай посмотрим. А, от него нельзя отказаться, все, понял. Уровень порчи 20 необходимо. Хо-хо! Это надо прям так себя засрать. Так, и сюда давай подкачаем. Так, Цирус... Почистился, причем по максимуму, кстати. А, не по максимуму, почти по максимуму. Блин, оно, кстати, показывается, что чистится по максимуму, но почему-то на практике нет. Ладно, оскверненные пушки пусть снизу будут. Я на самом деле думаю, оставить ли командора вот так вот?
Либо все-таки что-то ему более веселое дать. Так, вот эти штандарты, кстати, надо бы повыкидывать. Мы ими все равно особо не пользуемся. Так, боевой телепортатор, победоносный полет оставим на всякий случай, штандарт ярости, ну пусть будет. Так, расходы материала, это у нас порчу очищает, это если вдруг совсем припрет, очистимся. Что еще? Святая клетка. Навыки рукопашного боя. Ну блин, вот смотрите, так у него урон у командора 1219. Если мы ему сделаем эту броню и дадим вот так вот, урон будет 740. Да, в этом есть смысл. То есть пока у нас нет нормального молота и щита, в этом нет смысла. Так-то мы, в принципе, и так сильнее. Пока что переорганизуем командора вот в такого бойца. Так, дадим ему молоток, который просто он будет все живое убивать. Это значит, можно попродавать, огнеметы тоже. Мы ими все равно особо не пользуемся. Так, плазменные пистолеты тоже нахрен надо. Плазменные винтовки нахрен надо. Все это барахло надо продавать. Нам это нафиг не надо. Так, как-то так. Далее, броня. Вот, кстати, да, броня. Таркус. Возвращай себе броню. Она вот тебе еще искупление даст. Так, 24, 12. Да, ну да, эта броня вообще ни о чем. Навыки рукопашного боя, это же для Фадея броня. Вот это вот. Тут 7 навыки рукопашного боя, а тут 9. Плюс больше здоровья и выносливость тоже дает. Оп, прекрасно. Вот, кстати, Фадею можно дать вот это вот громовые щиты молот. А грозовые когти терминатора, это барахло, которое можно продать. И получить опыт Авитусу. Блин, как же тут все так сложно. Так, ну, в принципе, у тебя последний 30 уровень. Не знаю, давай тебе энергии докинем, чтобы у тебя был этот навык специалист по артиллерии уже безоговорочно активен. Так, это уберем оскверненные пушки. Эту фигню тоже, кстати, уберем. Куда-нибудь в другое место. Так, дальность обзора, это фигня. Броня Азария оставим. Священная клетка тоже кому-то можно ее дать, на самом деле, кто у нас не очищается. Вот, например, тебе. Хотя она дает... Да она все дает. Стрельбу, силу, устойчивость к урону с расстояния. Она дает все на самом деле. Так что можно это кому угодно дать. Можно даже менять среди бойцов. Так, тут у нас как идет дело? 2-1. А тут порча 2. Получается, тут мы чистимся, а так... Ну, по идее, 3 искупления и 2 порчи. По идее, должен чиститься. Командор, что у тебя? У тебя... Я помню, всегда были аптечки. Давай аптечки. Далее. Экипировка командора. Ну, можно штандарт ярости дать. Точности героя. Нафига точность? Стрелковый урон. Ну, 25 к уровню брони можно докинуть еще шлемом. В принципе, это самая полезная, наверное, тема здесь. Далее. Свидетельство Бреннена, не-не-не, давай что-то другое, более интересное. Мы тут и так, в принципе, почистимся. В миссиях. Вот эту чистку можно дать, например... Например, тебе, Иона. У тебя совсем все плохо. Хотя, ты вроде чистишься по один, давайте на два сделаем. Вот, так уже веселее будет. Далее, Цирус. Тоже, давайте возьмем на одну миссию и почистим. Блин, на самом деле тут очень долго можно сидеть и копаться в этом редакторе. Тут очень много всего интересного. Вот это единственный плюс второго Dawn of War в том, что в нем интересно копаться. В плане прокачки, в плане этих всяких навыков, в плане этих всяких шмоток. Это клево. Продать нельзя. Продать нельзя. Продать можно. Так... Библиарий. У тебя тут посох Юпитера. Может тебе меч дать? Урон 74. Урон 82. Да, в рукопашный урон побольше. Так что пользуйся все-таки такими вещами. Далее.
Ты у нас чистишься. Таркус должен чиститься. Я не понимаю, почему у него очищение сейчас не идет. А, идет. Хотя странно, что оно вот так вот сразу отнимается. Ну ладно. Так, восстановление здоровья, 100 энергии, единица энергии. Нет, уровень брони, сопротивляемость по давлению. Вот это вот можно тебе дать вместо турели и тарантул. Все на Т, ё-моё. Так, Иона. Ну, все, вроде очистка у нас должна идти. Если что, сможем всегда воспользоваться великой клятвой искупления. Все, погнали на Аврелию, наконец-таки. Я, правда, хз, когда у нас последняя миссия будет. Ибо я не помню, я Hell's Rising всего один раз проходил, уже, если честно, не помню. Но вроде вот-вот должна быть уже. День 12. Победите вот этого дебила. Ну ладно, давайте пока что на этом моменте закончим. Так что на этом все. С вами был Мистер Чейзер. Подписывайтесь на мой пока что маленький канал. Оставляйте свои доброжелательные и не очень комментарии. Не забывайте ставить палец вверх, вниз, влево, вправо. Куда угодно. Также не забывайте и про группу ВКонтакте. Ссылка есть в описании. Заходите, вступайте, буду всем там рад. А на этом все. С вами был Мистер Чейзер. Всем удачи и всем пока. Увидимся в следующем видео.